Здесь указан собственник, Шапошникова Зоя Михайловна, которая является мамой председателя. О том, что здание администрации кооператива теперь принадлежит маме председателя, члены правления узнали случайно. Выписку из госреестра передал аноним. Бумаги нашли около одного из гаражей. Отправили свой запрос в ведомство. Информация подтвердилась. Когда пришли с вопросами к самому председателю, ответа не услышали. Бумажек предоставить он не может. Все на словах. Отписки какие-то в группе, просто циферки, ну, которые любой может нарисовать. Сейчас здание с 6 кабинетами, где должны работать сотрудники ГСК, числится как обычный гаражный бокс. Члены правления подозревают главу в возможных махинациях. Бесполезно. Сколько ни пытались, ноль эмоций абсолютно каких-либо. То есть никаких документов, никаких отчетов, никаких протоколов. Любые решения по данному зданию, по другим каким-то территориям принимались им единолично. Хотя должны они приниматься исключительно с согласия всего правления. Активные собственники гаражей не могут проверить и бухгалтерские отчеты. Бумаги им не дают. Хотя суммы там фигурируют немалые. Миллионы рублей каждый год. Глава ГСК обещает предоставить все отчеты, но позже. Увидев съемочную группу, председатель и вовсе поспешил уехать из кооператива. Но активисты встали на его пути. Заявление написано. Ну и все. И все, пожалуйста. Хорошо. Хорошо. Кто-то всплюет все эти махинации. Махинаций никаких не было. Нет, не было. Было? Нет, не было. Подделка документов? Ну, не было махинаций. Административное здание перевести гаражный бокс, это не махинация? Это было сделано в интересах кооператива. Это было сделано в интересах кооператива. Теперь разбираться в гаражных войнах придется правоохранителям. Активные собственники написали заявление в полицию и прокуратуру. А пока ведется расследование, члены правления планируют организовать общее собрание собственников. Они намерены переизбрать председателя и провести полную ревизию бухгалтерии. Иван Абросимов, Дмитрий Бочко, Андрей Грищук, 31 канал.